Климин Алексей, общественная организация «Честь и Родина». Ну, вообще, хотелось бы все-таки раскрыть два основные вопроса. Значит, что такое глобализм? Здесь выступающие много говорили об этом. И какой все-таки современный, кто будет современным гегемоном, который вот разрушит вот этот, значит, новый глобальный порядок, новую вот такую современную форму рабовладения? Значит, вот Маяковский в одно время писал: «Я всю свою звонкую силу поэта тебе отдаю, атакующий класс». И сегодня, значит, кто все-таки будет новым гегемоном? На мой взгляд, сегодняшние оппоненты системы, они беззубые совершенно, потому что они не могут предложить альтернативную элиту. Но альтернативная элита сегодня в России есть. И здесь, значит, все-таки надо понять, что с 19 века, это очевидно, церковь пыталась снести все монархии. Значит, это было на протяжении 200 лет. Это началось еще с Оливера Кромвеля, который, значит, рубил голову Карлу Первому. И в итоге, значит, обе эти силы проиграли, и церковь, и монархия в глобальном плане. Выиграла третья сила, которая находилась в пассиве, это так называемые либералы, люди свободной профессии. И, значит, вот этот период с 1649 по 2009 год, 360 лет, мы видим постоянные революции, постоянные потрясения, войны и так далее, и так далее. Так вот, на мой взгляд, вот этот период постоянных потрясений, когда основным гегемоном был пролетариат с кирпичом, он сегодня заканчивается, друзья мои. Сегодня многие размышляют, кто же все-таки будет современным пролетариатом, гегемоном. Многие говорят и пишут, особенно в левом как бы контуре идеологи, что новым пролетариатом может стать современный средний класс. Не будет он новым пролетариатом. Потому что средний класс хочет только жить. Здесь было много сказано о материалистической составляющей. А вот тема все-таки пассионариев, она никуда не делась в России. Есть пассионарии тела, которые собирают вокруг себя массы на улице, а есть пассионарии ума, которые ищут бездомные, бездны в своем кабинете за рабочим столом. Так вот сегодня, друзья мои, на мой взгляд, пришло время, когда эти два вида пассионариев соединятся. Поэтому, на мой взгляд, современным гегемоном будет, значит, единая, как бы, концептуальная составляющая, это союз пассионариев ума и тела в союзе с новой аристократией. И с аристократией, которая не имеет людей, а поддерживает человека. Поэтому с этой точки зрения я, значит, прихожу к выводу, что либеральный фасад сегодня глобальный рушится, штукатурка вот эта падает нам на головы, и снова выходит кирпичная кладка крепостной стены. Вот этот глобализм, который сегодня мы имеем, это современная форма рабовладения. И человек всегда был занят и проектированием идеального общества. Причем чем больше мы проектируем общество, тем больше оно становится страшным, друзья мои. Поэтому проектирование идеального общества возможно, но возможно ли оно вообще по факту? На мой взгляд, невозможно, потому что мы приходим в итоге к ГУЛАГу в силу метафизической природы самого социума. На мой взгляд, вот это вот сегодняшнее общество глобальное, это и есть основной наш враг. Значит, и сегодня фактически реализована доктрина социальной утопии в рамках всей планеты. Сегодня глобальное общество везде, то есть общества-то в итоге и нету. Значит, поэтому основной вывод, который я хочу сделать, что нам необходимо бороться вот с этим глобализмом современным. И здесь пару слов я хочу сказать, вот здесь выступали люди из Изборского клуба. Здесь надо понять все-таки, кто с кем будет соединяться, какие союзы возможны. Вот если мы посмотрим на финансовый контур глобальный, то здесь действуют три ветви, значит, которые получают богатство из ничего тремя способами. Первое – это процентщики, это за правилы нынешней эмиссии доллара США, это союз молодых денег, неоконсерваторы, так называемые, или некоторые их называют Рокфеллер, Трамп, там, тогда, возможно, и Трамп. В союзе с ельскими иллюминатами. Вот их флаг, их флаги – это флаг США, флаг Израиля и флаг, черный флаг, значит, ордена Череп и Кости. Так вот, именно вот это строители нового Вавилона, которые привели к власти, на мой взгляд, на Украине Порошенко. Это одна из сил. И эта сила присутствует, кстати, в России. Вторая сила, очень важная, это оценщики или тевтоны. Это те, которые стояли за Литвой и Польшей. Именно Литва и Польша инициировали первый Евромайдан на Украине.
И именно они, значит, расшатали Украину. Кстати, эти силы очень серьезно связаны с черным интернационалом. А черный интернационал — это что на Украине? Это Ярош, посмотрите на флаги. Тевтоны черно-желтые и флаг правого сектора черно-красный. Это тоже серьезная сила, которая присутствует сегодня в России. И третья сила – это менялы, так называемые, значит, британская масонария в союзе с Китаем. Здесь флаги Британии, флаги Ротшильдов и сетевые структуры Хаббат. Орден, значит, Бнай-Брит, Сыны Завета. Поэтому вот нам предлагают сегодня, на мой взгляд, изборский клуб соединить вторую и третью силу. Да? Вторую силу – это проект Третьего Рима, это, значит, симфония властей, где присутствует союз, значит, духовной власти во главе с патриархом московским и светской власти во главе с царем православным. И они пытаются нам навязать союз с Ротшильдами. Здесь даже слово, значит, выскочило у выступающего. А нужен ли нам этот союз, друзья мои? Нужен ли союз вот этого чистого Третьего Рима с Ротшильдами? Значит, и возможно ли он вообще, вот эта современная версия национал-большевизма? Я понимаю, что, значит, их не устраивает новая Европа, где нео-большевизм. Европа вся становится левая. Но, значит, будет ли, значит, противостоять новой Европе современная форма национал-большевизма? Это вопрос. Это вопрос. И я не исключаю соединение первой и второй силы. Это процентчиков и оценщиков. И здесь мы видим очень серьезно, как бы, вот эту спайку на Украине. Посмотрите, Донбасс зачищают. Значит, идея русского мира полностью дезавуирована. Поэтому здесь союзы, конечно, возможны. Союзы могут привести к разным последствиям. Но здесь, на мой взгляд, нам все-таки надо отстаивать идею, значит, православной России, опирающейся на традиционные ценности, на божественное право. И, на мой взгляд, пора уже прекратить вот этот раздрайв между церковью и монархией. Пора уже объединиться монархической идеей и православной идеей, я имею в виду союз гвельфов и гибелинов, в борьбе против вот этой ползучей леволиберальной догматики, которая сегодня в мире, значит, имеет прогресс. Поэтому сегодня я делаю уже вывод. Сегодня, друзья мои, Россия в глубоком кризисе, Россия сегодня в опасности, но самый главный враг, на мой взгляд, это либералы, которые засели во власти. Именно либералы не дают развиваться стране, и поэтому идет снижение жизненного уровня населения, обнищание людей. Сколько можно это терпеть? Спасибо. Молодец, хорошо встали.